Всем привет, друзья! Это Киев, район Воскресенко, около Троещины. И здесь, в этом с виду неприглядном панельном доме, находится одна из самых необычных и интересных киевских достопримечательностей. Обязательно сейчас пойдем посмотрим, но прежде я хочу вам рассказать, как буквально за одну минуту заработать 2500 гривен. Под этим роликом есть закрепленный комментарий. Там ссылочка, переходите по ней, регистрируйтесь в системе Prematch, пополняйте баланс, и бонусом вам падает 2500 гривен. Эти деньги вы можете использовать на ставку, на любое событие из линейки Parimatch. Собственно говоря, нет ничего проще, но, друзья, помните, что это ваши деньги, и ими нужно распоряжаться с умом. Поехали! С виду это самый обычный подъезд самого обычного панельного дома 96 серии, каких миллионы по всей стране. Построен этот дом был в 1980 году и затерялся бы среди всех остальных, если бы в одном из подъездов не жил пенсионер Владимир Чайка. 18 лет назад он взялся за воплощение необычной и смелой идеи превратить свой серый подъезд в произведение искусства. Как мы видим, это ему удалось. Многие люди приходят посмотреть на эту красоту, а в момент съемок этого ролика несколько девушек проводили в подъезде фотосессию. Его оформлением Владимир Чайка занимается с 2003 года и за это время успел полностью украсить лепниной и репродукциями картин несколько этажей. Автор говорит, что всегда мечтал жить в музее среди картин и цветов. Мастерская находится прямо здесь же, у мусоропровода. Его пенсионер превратил в колонну с атлантами, держащими небесный свод. Обращают на себя внимание еще такие интересные элементы, как, например, задекорированные счетчики или вот такая ручка на двери. Ну а про лифт я уже вообще молчу. Все, что вы видите, было сделано исключительно на собственные деньги. Никто и никогда не помогал Владимиру Васильевичу, кроме дочери и сына, которые искали в интернете и распечатывали известные картины для его работы. А вот вандалы, увы, были. В 2018 году неизвестные украли фигурки ангела, совы, журавля и льва. Почти все Владимиру Чайке удалось восстановить. Ты такой халёсий. Ну что, друзья, вот как-то так, не знаю, как вам, а мне прям очень понравилось, я впечатлен. Я хотел поговорить с самим Владимиром Чайкой, и для этого я позвонил в первую попавшуюся дверь, и это оказалась его дверь. Слушай, ну я не знал, где он живет, я хотел поспрашивать у жильцов этого дома. Так вот, его родственники сказали мне, что Владимир проживает в данный момент на даче. Вот такие дела, но я надеюсь, что у нас еще будет возможность с ним поговорить, возможность и время для этого. Ну а на этом, собственно говоря, все, друзья. Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Русский в Украине из Киева. Пока!